Предприятия Карелии хотят продавать молочную и другую продукцию аграрного комплекса на белорусской биржевой площадке, поскольку сырое молоко – скоропортящийся товар, и с учетом больших расстояний организовать его поставки по территории всей России проблематично. Сходить с этого пути в перспективе мы наверняка не будем. Я верю в то, что перспектива есть, и моя внутренняя убежденность позволяет мне надеяться на прогресс. Транзитные сделки, совершаемые иностранными компаниями на белорусской электронной площадке, одно из самых перспективных направлений развития биржевой торговли. Причем у российских участников торгов этот механизм особенно востребован. С начала года они уже реализовали таким образом продукцию на почти 6 миллионов долларов. Сырое молоко – товарная позиция с большим потенциалом. И если в 2019-м на биржевых торгах продали 14 тысяч тонн молочного сырья, то за прошлый год уже 125 тысяч тонн, и в этом году ожидаются не меньшие показатели.